В 2021 году территориальным главным управлением по автомобильным дорогам и его предприятиями за счет средств республиканского и местных бюджетов было отремонтировано более 1000 километров дорог Хорезмской области, из них 621 километр внутренних дорог. Также было реконструировано 52 моста. В этом году работа в этом направлении будет усилена. Наш корреспондент продолжит тему на конкретном примере. Общая протяженность автомобильных дорог в Хорезмской области составляет 8815 километров. Из них дорог общего пользования более 2000 километров, внутренних 6594, мостов 1611. И еще немного цифр. С этого года по 2026 в области планируется отремонтировать более 4000 километров дорог и 262 моста. Должное внимание уделяется ремонту и реконструкции имеющихся мостов. Накануне сдали в эксплуатацию путепровод, проходящий через канал Шовот. Он пересекает центр Ургенча. Раньше, чтобы попасть в Хивинский район или в город Хиву, приходилось сделать значительный крюк. Этот мост стоит еще с 1972 года, и запуск его в эксплуатацию – это огромная работа. Затрачены немалые средства, а все для того, чтобы народ пользовался во благо и был доволен. Ответственные лица на церемонии открытия предоставили краткий анализ по строительству дорог и мостов в данном регионе. Сегодня по республике идет строительство важных объектов. Все они строятся по инициативе президента. Все это благоустройство для народа и для страны в целом, чтобы было что передать будущему поколению и чтобы народ был доволен. В прошлом году были сданы в эксплуатацию 52 моста, а в этом же году запланировано строительство и реконструкция 56 мостов. На сегодняшний день работа уже началась. Пропускная способность нового моста составляет 30-35%. Группе инженеров-строителей, принявших участие в возведении данного моста, Хакимиат выразил свою благодарность, и им вручили памятные подарки. Совместно с инспекторами Государственного управления по ремонту и реконструкции автомобильных дорог при Комитете автомобильных дорог Республики Узбекистан и инспекторами проектного института велась непрерывная работа по контролю качества. Длина нашего моста составляет 108 метров, а ширина – 24 метра. Возведенный мост значительно сократит время. Проект обошелся в более 14 миллиардов.